Приветствую тебя, самый старый подписчик. На самом деле, по заявкам самых-самых-самых старых подписчиков, наконец-таки вы дождались Террарию. Давайте, собственно, начинать. Один игрок. Ага. Сложность путешествия, сложный режим средний. Ну, пускай будет путешествие, персонаж путешествия начинает игру с дополнительным снаряжением, его можно использовать только в мирах путешествия. Ладно, пускай будет такой причесон. Пускай будет такой причесон цвет. Да цвет пускай рыжий остается, мне нравится. Так, это у нас что? Шматье, да? Блин, ну шматье я даже не знаю. Теоретически у нас мах, пускай будет бирюзовый такой. Темно-бирюзовый цвет. Да и все, остальное плевать. Так, случайно создать. Так, стой, человек. С тобой можно поговорить? Стой. Поздравляю ли не вы? Поздравляю, Ульки. Я могу тебе чем-то помочь. Без понятия. Может быть, можешь, может быть, нет. Так, это прыжок. У нас есть какие-то неведомые крылья. Это что? Это атака. Атака мечом. Блин, мне неинтересно. Подожди. Факел. Ага, вот, все вижу. Топор. Ну, стандартно в таких играх начинаем с рубки деревьев. Не особо мне нравится такое управление уже. Желуди. Предположим, а что мне нужно делать? Достижение древесины. Ладно, это понятно. Это что? Это карта. Так, пускай остается. Карта пускай остается, значит, человек уходит от меня. Там какая-то ель. Там какая-то ель, в принципе. Давай вот эту белку убьем. Иначе она полетела. Так, его я атаковать не могу. Изготовление. Что ты можешь выбрать предмет? Выберите предмет, чтобы показать возможные рецепты. Да тут нету никаких рецептов. Как из тебя выйти? Сортировать, использовать. Подожди, как выйти из тебя? Как мне это все за... А, все, все нашел. Вот тут какая-то неясная ель. То есть мне нужно это разбить, да? Или что? Что вы от меня хотите? Медь. Ель, медь. Мне это все не нужно. Давай пройдемся вперед. Может быть, карта откроется. Сейчас ночь, скоро будет устало. Сейчас скоро уже ночь будет. А я до сих пор не въехал. Что мне нужно делать? Так, молот, кувалда. А зачем она нужна вообще, в принципе? Вылетать можем. С управлением нужно будет разобраться. Мне неудобно такое управление. Куда я забрался вообще? Да, я забрался, и что-то нужно делать. Что это такое? Серебряная медь. Точнее, серебро и медь. Ага, там ничего не видно, значит, нам нужен факел. А у нас, кстати, есть факел. Я могу его поставить? Ну, как бы я должен его поставить каким-нибудь образом. Ладно, хорошо, факел не ставится. Так, мана мне неинтересна. Что это за птица летает рядом со мной? Так, дерево. Теоретически мы должны что-то построить, как я понимаю, да? Чтобы что-то построить, нам нужен станок. Но станка у нас нету. Ладно, будем косить траву. Может быть, с нее что-то выпьет. Ну давай, человек, с тобой поговорим. Как с тобой разговаривать, я уже забыл. Я здесь, чтобы дать тебе совет в том, чтобы делать дальше. Советую обращаться ко мне всякий раз, когда у тебя возникнут трудности. Хорошо, помощь. В подземелье можно найти хрустальные сердца, которые увеличивают максимальное количество здоровья. Их можно разбить киркой. Собрав три упавших звезды, их можно объединить для создания предмета, который увеличивает количество маны. Звезды падают с неба ночью, их можно использовать для создания самых разных предметов. Увидев звезду, ее нужно успеть забрать до рассвета, иначе она исчезнет. Существует много способов привлечь новых жителей в свой город. Конечно, им нужны дома. В каком-то считалось дома, в ней должна быть дверь, стул, стол, источник света. Еще у дома должны быть стены. Два человека не будут жить в одном доме, если дом уничтожить. Люди будут искать новое место для жилья. Можно использовать интерфейс дома, чтобы задавать... Можно использовать интерфейс дома, чтобы задавать значение дома и просматривать его. Откройте инвентарь и нажмите значок дома. Чтобы в городе поселился торговец, нужно много денег. 50 серебряных монет будет достаточно. Чтобы поселилась медсестра, нужно увеличить свой максимальный уровень жизни. Если у тебя есть огнестрельное оружие, то в городе обязательно поселится торговец оружием. Покажи свои силы и убей сильного монстра. Это привлечет в городу дриаду. Собирая все найденные бомбы, ими может заинтересоваться подрывник. Однажды в этом месяце я встретил стилиста. Она отправилась на приключение в подземелье. В этот день я видел ее в последний раз. Интересно, что с ней случилось? Тебе когда-нибудь попадалась такая странная рыба? Что с ней делать? Я слышал, что в океане живет профессиональный рыбак. Он должен знать. Есть особые растения и ингредиенты, которыми можно убивать существ. Возьми их с собой, возможно, ты встретишь того, кто научит тебя. Говорят, песок ужасно мешает играть в гольф. Ни один уважающий себя гольфист не заставит пустыми таги. И вся нечто агрессивная. Я даже слышал, что один монстр торгует глубоко в подземелье. Этот мир пол
Этот мир полон удивительных опасных существ, которые еще не изучены. Кое-кто из экспертов мог бы наградить тебя за подобную информацию. Кошку можно сделать из трех железных цепей и одного крюка. У скелетов, живущих глубоко по земле, обычно есть крючья. А цепи можно сделать из железных или свинцовых слитков. Если поставишь пустую бутылку на стол, с помощью ее можно приготовить разные эликсиры. Так, ладно. В принципе, что? С тобой все ясно? С тобой все ясно, но многое не ясно. Какого черта слизни на воздушных шарах тут летают? Стой. Блин, нужно к управлению привыкнуть. Изготовление. Но я бы хотел бы изготовить... Что я хотел бы изготовить? Я бы хотел бы хоть что-то изготовить. Но я не знаю, как это сделать. А уже, кстати, ночь наступает. Там на дальнем плане летают слизни. Либо кто-то на воздушных шарах. Это довольно интересно. Так... Первым делом нам нужно изготовить верстак. Что это? Безжалостный молот. Угу. Все, я понял, как работает смарт-курсор, пускай остается. Может быть, пока что пригодится. А может быть и нет. Какая-то бесполезная хрень. Вот на кой? Кто тебя, скотина, просил под собой рыть? Какое же неудобное управление, просто отвратное. Птенец зяблика. Да черт с тобой. Как инвентарь открыть? Все, понял. Верстак. О. Шо, и как мне это сделать? Подожди, это я землю выставляю, да? Да. Тогда я уже не так делаю, потому что я поставил лишнюю землю, которая мне тут нахрен не нужна. Так, одно я могу сказать точно. Управление. Очень неудобно для телефона. Единственное, я знаю только то, что мне нужно сделать верстак. Все, создать. Наконец-таки. Теперь тебя нужно поставить, да? Ну вот окей. Хорошо. Ну поставься сюда. Молодец. Теперь из верстака мы можем что создать? Мы можем создать деревянные ботинки. На кой черт мне нужны ботинки? Божьи коровки. Неинтересно. Деревянный забор, деревянная стена, земляная стена. Вот, создать 16, 20, 60, я думаю, мне хватит. Так, теперь мне нужно это выбрать. А выбрать это вот таким вот образом. И теперь самое сложное. Самое сложное — это построить всю эту хренобазу. Я не понимаю одного, как строится дом. То есть... Мы вроде как понастроили всякой херни, но как это работает? Возможно, я что-то делаю не так. Где создать? Иди сюда, создатель. Нет, это Хель. А где человек? Вот он. Ну и с тобой типа нельзя поговорить пока ночью? Или что? Так, это зомби. Мне он не интересен. Как установить факел, это понятно, но... Остается еще очень много вопросов. Друг, я хочу с тобой поговорить. Деревянная платформа. Можно поставить. Ну, давай создадим чуть-чуть. Сколько у меня древесины? До хера еще. Давай тогда еще больше создадим блоков. Потом создадим еще деревянных платформ. Это что? Земляная стена? Нет, не нужно. Так, дверь. Создать дверь. Это что, древесина? Блин, ребята. Человек, ты будешь меня защищать, нет? Ты видишь, я занят. Иди сюда. Готов. Что с тобой дальше делать, значит? Давай ты сюда. Ну, предположим, сойдет. Теперь нужно поставить дверь. Давай дверь сюда поставим. Ну, поставь. Понимаешь, я не могу догнать, как мне поставить дверь. Я не понял. А где эти я создавал-то? Деревянная платформа. Ага, все, вижу. Давай поставим тебя вместо желудя. Что ты делаешь? На кой хрен ты ломаешь это все? Ну, предположим, вот деревянная платформа. Ну, предположим, вот деревянная платформа.
Что мы можем дальше с тобой делать? Дверь я могу поставить? Нет, не могу. Я не понимаю, почему ты не ставишься? Что с тобой не так? Наша птица очень много всего добыла. Давайте поставим здесь факел. Слушай, ну-ка секунду. Я не знаю, он не хочет дверь ставить, я не знаю, как это работает. Давайте на этом закончим, я что-то запарился уже разбираться. Я ни хрена не сделал, но для первой серии сойдет. Поэтому всем пока и увидимся.